Привет, друзья! Приехала посылочка с монетой, ну целая здоровенная коробка. Какая-то просто здоровенный смартбокс, как называют его сейчас на Укрпочте. Ну давайте посмотрим, что здесь за монета пришла. Потому что, ну я в принципе знаю, что за монета, но в такой запаковке вижу в первый раз, что прям ого-го, целую коробку на это выделили. Давайте посмотрим, как попробуем распаковать. Тут не указано, где вверх, где низ, где тут распаковка. Слушайте, и так и не, сразу не скажешь, как он распаковывается. Вот, надо его разорвать. Так, и что у нас в смарт-боксах? Вот они, видите, даже как-то пачкаются. Что у нас в смарт-боксе может находиться? Ну, просто обычная бумага. И вот там, видите, внизу лежит монетка. Опа. Сейчас посмотрим, что за монетка. В принципе, я уже показывал, как я распаковываю посылки. Иногда это бывает с небольшим сюрпризом. Иногда сюрприз очень интересный. Вот. Так, у нас монетка, ну, немножко в упырке. Это Софиевка. Смотрите, какая монета. Очень давно я хотел себе найти в нормальном состоянии. У меня, кажется, даже была. Вот, мне кажется, очень хороший сохран. Потому что действительно сейчас найти монету первых лет в хорошем состоянии. Давайте открою, сейчас посмотрю и покажу вам. Ой, ну мне кажется, вообще супер. Просто нет ни ударов, ничего, ни патины. Вот примерно вот в таком вот состоянии должны быть монеты, которые вы в коллекцию себе кладете. Конечно, вижу, немножко есть отпечатки пальцев, да, но это не так критично, когда какие-то удары, царапины и так далее. Вот давайте другую сторону посмотрим. Ну, просто супер штемпельный блеск, родная упаковка, вот такие капсулы, кстати, довольно, кстати, сложно найти сейчас в хорошем состоянии, и потрясающая просто монета, немножко про нее расскажу. На аверсе монеты мы видим номинал 2 гривны, год 1996. Бусы, вот такие вот, которые идут по контуру, вот они. И две ветви калины. Конечно же, малогосударственный герб. Очень красивое, видите, состояние у этой монеты. Хороший штемпельный блеск. Так, это у нас реверс. Мы видим Софиевка, 200 лет. И Уманский дендрологический парк. Также вот это изображение, фрагмента так называемой скалы. Огромная, просто громадная глыба, на вершине которой находится смотровая площадка Бельведер. И если смотреть на Левкатскую скалу сбоку, то на грани угадывается человеческий профиль. По преданию, это профиль основателя парка графа Феликса Потоцкого.